В чем кроется настоящий талант мастера пера? Пожалуй, в искренности его стихов, в настоящей народности поэзии. Когда каждое слово – правда, каждая строка – выражение чувств, каждое стихотворение – прожитая жизнь. Именно так можно охарактеризовать творчество Зульфии, которое, согласитесь, пронизано дыханием весны. В одном из своих стихотворений Зульфия писала: «Пришла весна, спрашивает о тебе». Встречая нынешнюю весну, мы по традиции адресуем эти слова поэтессе через призму торжеств в честь знаковой даты. Марта в нашей стране двойной праздник. Приход весны и день рождения одной из самых ярких представительниц узбекской литературы Зульфии. Поклонники ее творчества, писатели, поэты, ученые, литературоведы, лауреаты государственной премии имени Зульфии собрались сегодня у ее памятника, чтобы еще раз вспомнить о жизни и творчестве этой талантливой и яркой личности. Говорилось, народная поэтесса внесла значительный вклад в развитие узбекской лирики и жанра дастана 20 века. Ее творчество заслуженно получила широчайшее общественное признание, поистине всенародную любовь. А неповторимые произведения, стихи и поэмы, публицистические статьи, отражающие заветные мечты и чаяния, чувства женщин, мир и спокойствие, любовь, терпение, верность, самоотверженность переведены на многие языки мира. И я увидела, что рядом с Зульфией находится памятник прекрасному поэту Хамиду Алимджану. Конечно же, этот человек был самым дорогим для Зульфии. И для женщины самое дорогое – это иметь своего любимого человека. И, конечно же, этот любимый человек всегда вдохновляет ее на творчество, на самые лучшие свершения. 1 марта, и мы свою весну начинаем именно с памяти Зульфии. Мы с первого дня приходим с ней, здороваемся, получаем энергию, получаем вдохновение, и весь год проходит на самой лучшей ноте. Зацвел урюк, пришла весна, спрашивает о тебе признание. Звездная колыбельная, безымянный подарок, сирень. Да, действительно, поэзия Зульфии разнообразна и многогранна. И трудно в нашей стране найти человека, не читавшего ее поэтических сборников и книг. Прекрасные, нежные, пронзительные, искренностью стихи учат патриотизму, самоотверженности, гуманизму, любви к жизни, чувству благодарности за светлые, счастливые дни, доброму отношению друг к другу. Сегодня ее образ считается эталоном настоящей узбекской женщины. Многие девушки в нашей стране хотят быть похожи на нее и мечтают стать лауреатом государственной премии, названной в честь ее имени. В ходе вечера памяти прозвучало немало поэтических произведений и песен на стихи Зульфи о родине, весне, мечтах и надеждах. К подножью ее памятника возложены цветы.